Что делает Адам Левин из Maroon 5 перед выходом на сцену? Кому посвящает свои песни Саша Савельева? И на что готова пойти Ники Минаж ради съемок нового клипа? Ответ узнаем у Любы Антоновой. Смотрим ее обзор самых горячих клипов недели. Супружеской жизни. В честь этого события Саша Савельева презентует красивый клип на сольную песню «Воскреси меня» и посвящает его любимому мужу Кириллу Сафонову. Да, для такого мужчины не то что клипы снимать, горы свернуть захочется. За 5 лет, конечно, я еще больше полюбил свою жену. Не могу не сказать того же. Сейчас должен быть поцелуй, и все, все. Да? Плачут. Все заплачут? Все заплачут, и потекли слезы. Судя по всему, музыкальный подарок не стал для Кирилла сюрпризом. Он то и дело мелькает в кадре. Более того, Сафонов принимал в создании видео самое активное участие. Он, собственно, и срежиссировал этот ролик. Но если снова захочется целоваться и прочее, ты воскреси меня. Любовь и романтика. Без этих компонентов не обходится и новый клип группы «Звери» на песню «Клятвы». Ради осуществления творческих задумок Рома даже ломает ногу, осваивает костыли и ночует на крыше. Важно ты, а ты. Ты помнишь все клятвы. Кстати, сам Рома «Зверь» в этом клипе проявил себя и как режиссер. А может, видео начало чего-то большого? Большое кино, большие хлопоты. Мне бы хотелось бы снять кино, если бы у меня было свободное время. Много денег я бы снял. А вот американская группа Maroon 5 заморачиваться с новым клипом не стала. Видео ребята снимают прямо во время выступления в Лондоне. Если вам интересно, чем занимаются артисты перед концертом, то знайте, они делают примерно то же, что и Адам Левин. Ведь в новом видео солист группы показал обычные сборы перед выходом к ликующей публике. Пользуясь случаем, сладкоголосый красавчик даже мелькнул в обнаженном виде. Пожалуй, эта часть ролика самая интересная. Блеснуть пышными формами и показаться в откровенных нарядах поспешила и Ники Минаж в новом клипе на песню «The Night Is Still Young». Но несмотря на этот факт, клип получился каким-то приличным, что ли. Никаких тебе потрясываний попы, грязных танцев и прочей пошлости. Любовь Антонова, про новости.